Одним из самых уязвимых элементов классических гидромолотов являются стяжные болты. При отсутствии ежедневного обслуживания и контроля они могут вытягиваться и рваться. В этом случае происходит взаимное смещение частей ударного блока гидромолота относительно друг друга. Нарушается параллельность плоскостей байка и рабочего инструмента. В разы увеличивается радиальная нагрузка на байок, и в результате прямого контакта байка и цилиндра образуются глубокие задиры. В гидромолотах Delta FX используются усиленные стяжные болты. В сложном процессе производства используется только высококачественное корейское сырье и особая технология обработки стяжных болтов в жидком азоте. Гидромолоты Delta FX. Не тонко и не рвется.